Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Looney Tunes. И надо забирать задания, которые выполнили у меня персонажи. Так, Бакс Банни, Сильвестр. Кто еще от меня спрятался, от моего взора? Я что-то не пойму, я ведь знаю, кто-то еще должен быть один. И меня так просто не проведешь. Но, конечно же, это оказался Даффи. Причем этот охламон? Нет, все-таки отдал. Немножко с запозданием, но он отдал. Так, что у нас, ребятушки, по сундукам? Ага, вижу, есть. Поэтому будем сейчас, конечно же, открывать, но для начала назначим. Так, где у нас тут охранушка? Вот они, какие красавцы, будут у меня охранять сундучок, а мы тем временем дадим нашим персонажам новые задания. Так, Сильвестр, давай-ка, не шуткуй, а понаблюдай за птичками. Тебе это идет только на пользу, ты у нас бойскаут все-таки. Так, Фогарн исследует лес, обязательно. Так, Элмор, давай-ка иди на охоту, поохоться на Бакс Банни. А он в свое время отправляется в Альбукерке. Ну и у нас тут что? Написать автобиографию Даффи Дак. Все, ребята, забираем ежедневную цель. Так, у нас скоро корячится 27 уровень. Так, что нам здесь выпадает? Золотой все-таки сундучок, ребята. И, так, деньги, опыт. Ух ты. Камера, магнит. Блин, два сундука, видимо, у меня уже забрали. Ладно, не беда, перебьемся. Ух ты, это что такое у нас? Что-то новенькое. И все. Значит, три ячейки у нас свободны под сундуки. Поэтому, ребят, я предлагаю сразу же приступить к нашему делу. Оу! Поздравляю нас, у нас 27 уровень. Так, и кого-то мы можем с вами улучшить. Вот только кого бы? Фогарн у нас, значит. Ну что, Фогарн. Ага, еще курица и свин. Так, ну что ж, я думаю, наверное, давайте-ка Фогарна сделаем. Защитник гнезд. Получает он третью эволюцию. Отличненько. И на этом у нас, по-моему, все. Хотя мы можем, да-да-да, давайте-ка сделаем вот так. Сколько он у нас получит максимальное количество уровней? Ага, уже 5 уровней мы ему прибавили. Отлично. 8 уровень он у нас получил. Все, давайте ежедневные цели заберем. Заодно, как говорится, пополним себе самоцветы. 81 штука у нас. Так, ну что, кого будем разбирать мы на этот раз? Давайте, наверное, вот этого. Красавцы. У него бойскаут кот с 4 звездами, кстати, ребята, вы посмотрите. Ну, я думаю, у нас хватит, наверное, силенок-то с ним справиться, а? Так, свинюшка и Фогарн. Как всегда, наша великолепная командочка будет сейчас выступать за нас. Кстати, не забывайте, что у меня здесь... Черт подери, ошибка подбора. Ну как так, а? Ёлки-палки, уж больно сильные тут враги. Вы посмотрите, 5000. Давайте обновим список. Дайте нам кого-нибудь послабже. Ну и... Ага, вот, вижу одного. Ну, с этим мы должны совладать. Так, и наши дорогие Фогарн и Свинюшка. Понеслась, как говорится. Будем сейчас потихонечку разбирать. 3 сундучка нам нужно. Значит, мы с вами должны провести как минимум 3 боя. Ну что, бабулечка, была на Родео? Получи. Так, этот пошел прыгать, пугало, кот пугало. Хорошо. Так, давайте-ка бабулю догреем маленько. Сэм, успокойся, хорош там стрелять уже. Так, я вот не знаю, давайте вот так, наверное, сделаем. Хотя можно было бы всем понизить атаку.
Так, давайте-ка, наверное, вот так вот. Бум, отлично. Плеточкой Фогрн взял на себя провокацию. Ах ты такой, охламон. Ну, в принципе, он правильно делает. На то он и защитник. Ну что ж, давайте кнутом еще разочек. Так, пол хп я отнял. Оу, Сэм, успокойся. Ну, ну как ты так мог? Лови тыкву. Ты смотри-ка, а. Это что, что, что это такое? Вот что он делает, а. На одних суперударах живет. Все, я думаю, Фогрну конец. Нет, ты посмотри, а. Ну а сейчас уж точно, сейчас мы его дубинкой-то, оп, нагрели. Ну и что у нас тут осталось? Сильвестр, которого сейчас быстренько мы добьем. И Сэм, Сэп-бандит. Лови быка за рога. Все, отлично. Нет, смотрите-ка, он еще цел был. Ну что ж, победа за нами. 3 звезды обеспечено. Замечательно. Так, и, соответственно, мы этот сундучок с вами назначаем в банк городка. Давайте охрану выставим. Все, шикарно. Сила команды 8000. Пускай теперь отнимут, попробуют. Ну, а мы незамедлительно отправляемся на следующий бой. Кто у нас тут будет? Так. Ну, а почему бы и нет? Давайте. Я без своего Сильвестра ковбоя прям никуда не могу шагнуть. Уж как сильно он мне нравится. Особенно такие атаки мощные. Бык, кнут. Просто на ура. Так, ну что же, с Пенелопы мы не будем начинать. Давайте вот с этого свина. Потому что он будет хилить, а нам это не надо. Так, повышение ловкости она делает. А, вы посмотрите. Ну, Пенелопа, а. Ну, хитруля. Так, свина мы сделали. Отлично. А ну-ка, лови тыкву, Элмор. Налжбан. Да ладно, он делает рикошет, соответственно, делает себе небольшой отхил. Ну, я думаю, это его не спасет. Черт подери, а. Ладно вам, успокойтесь вы. Хорош, разбуянились. Надо делать отхил. Все, шикарно. Теперь добиваем Элмора. Потом будем разбирать Пипе. Обязательно его. Потому что... потому что так надо. И вы уже прекрасно знаете, почему именно так я делаю. Так, снижение атаки. В общем, все понизили. Да-да-да, конечно. Ты начинаешь свою польку тут плясать. Ну, как бы не так. Не прокатит этот фокус со мной. Оу, шикарно. И все, осталась только хитрая лиса Пенелопа. На самом деле это скунс, ну просто я ее так называю. Так, что, давай добиваем ее, наверное, плеточкой. Опа. Ты смотри-ка, выжила? Но, отлично, Гектор сделал свое дело. 3 звезды. В полном объеме. Билетики, как говорится. И сундучок, который мы сейчас с вами назначим в банк фермы. Отлично. Все, давайте выставляем охрану. Давай-ка вот так и вот так. В принципе, по большому счету, я не особо тут смотрю, кто у меня будет в охране. Лишь бы там кто-то был, чтобы охранял. Поэтому возможно, что я и проигрываю и теряю очень много сундуков. Ну, кого бы мне выбрать в следующую жертву, а? Давайте вот этого крайнего на золотом сундучке. Сила противника 4000, я думаю, мы сейчас подберем себе нормальную командочку и заберем этот сундук. Так, 3380 маловато, во, вот так будет самое то. 4500, в общем, у нас силы, на 500 очков мы его всего лишь превышаем. Ну, я думаю, это нам даст ощутимый все-таки перевес. Так, и поехали, начнем, наверное, мы с вами с вампирчика. Так. Что ты? Ох ты, да что-то новенькое. Ого. Ничего себе он. Энерговампир. Ну,
давай-ка вот так вот сделаем. Получите, ребята, и распишитесь. Так, снижаем атаку им всем. Так, псина, успокойся. Ох, ничего себе он прижарил. Мне не нравится, совсем не нравится. Нам бы как-то отхилиться. А успеем ли, а? Вот это я не знаю. Я хочу себе вот этого пса Бернарда, который именно управляет всякими вот этими лучами, молниями. Где его можно раздобыть, а? Что-то мне пока такой не попадался. Получите и распишитесь. Ты смотри, что он делает, а? Вот я почему-то так и знал, что именно от него у меня погибнет какой-нибудь персонаж. От этого Бернарда. Ай, ладно, давайте отхиливаться. Не видать нам сундучка. Как это не прискорбно. Но им тоже, как говорится, не уйти от нас живыми и невредимыми. Получи порку полную. И осталась только лишь свинюха. Проказница, которая любит отхиливать. На-ка, взбучку. Блин, не добили. Ну, Гектор, молодец. Умничка, песик. Но все равно мы не получаем с вами, к сожалению, сундук. Ладно, переходим к следующему бою. Как вы знаете, у нас, в принципе, игра заключается только на одних боях. Ну, помимо того, когда мы еще, конечно же, получаем подарочки. Я вижу, вот он, золотой сундучок. Мой родной, ты мне очень здесь нужен. Давайте-ка попробуем вот такой командой. Должны победить. Мне бы, конечно, бы свину как-то третью звезду повысить его в ранге. Но для этого нужно крутить определенную рулеточку. Ладно, мы с вами накопим побольше жетонов и потом начнем крутить. Да успокойся ты, Сильвестр, а? Так, давайте-ка дубинкой его. Опа! Отлично, добили. Динамитом угостим. Да-да-да, папарацци. Так, Бакс Банни начинает учудить. Успокойся, отвяжись, отстань от моей свиньи. Хламон, еще и оглушил. Так, выкуси-ка свежие тыковки с грядки. Что? Блин, он еще и цел, а? Да ладно. А ну-ка. Вот так вот. Ну что ты, что ты, что ты, что ты делаешь-то, а, Даффи? Получи, роднуля. Какого лешего уклонения у него сработало, а? Так, 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 так. Бакс Банни начинает тут баловать. Слушайте, ну я думаю, что это его не спасет. Хотя, постойте, а где... Ты посмотри, а, на этого прищалыгу. Он все-таки Сэма мне разбомбил. Своим динамитом. Ладно, все. Пора делать из него носки, из этого Бакс Банни. Все, пустили его на шкурки. Блин, я уже профукиваю второй золотой сундук. Это уже, по-моему, никуда не годится. Надо полностью сконцентрироваться и сосредоточиться, чтобы в конце концов забить мне все ячейки в банке. Так, что тут у нас? Эти все у нас гуляют, прогуливаются, бегают. Больше я пока здесь ничего не вижу. И к тому же у нас 39 энергии. Это еще очень и очень много. Как же я хочу открыть, ребята, новую территорию, а? Прям вот очень сильно хочу. Так, давайте-ка выбирать с вами. Ну, а почему бы? Почему бы и нет? 4500 силы у нашего врага. И давайте свинью. Без свиньи я никуда не хожу. Слушайте, конечно, не очень сильно я, не, так скажем, не на очень много я его и силен, своего врага. Но попробуем, попробуем. Не знаю, что из этого получится. Сейчас все будет ясно. Так, смотрите-ка, у них тоже свинюха. То бишь, отхил будет. Ого. Довольно серьезно бомбят, вы посмотрите. Давайте отхиливаться, наверное. Так, этот что там делает? Повышение критического удара. Вот это плохо.
Повышение атаки. Ё-моё, ребят, вот это, по-моему, будет финиш. Меня сейчас здесь разбомбят. Они все под бафами. Давайте вот так попробуем снизить им всем. Так, Бакс Банни, лови-ка подарочек тебе. Этот еще и понижает мне скорость, а? А, защиту, защиту, конечно же. Что-то я совсем забыл. Я думал, что он скорость. Да ладно вам, ну хорош, блин. Какого-то Бакс Банни пятый раз бью, чтобы его добить. Ну, давайте, не знаю, давайте попробуем с Даффи. У него как раз стоит на крит удар. Если он сейчас чем-нибудь таким звезданет, то мой персонаж какой-нибудь погибнет. Я не могу этого позволить. Ты смотри, что сделал, а. Да, опять нам не видать сундука. Да что за невезуха-то такая? Не могу врубиться я. Что за проказа такая напала? Так, давайте-ка. Мне тут, если честно, выиграть бы хотя бы. А то могу вообще полностью профейлить раунд. А оно нам нужно? Конечно же нет. Давайте подхилимся, малеха. Вот, отлично. А он там пускай что хочет делать. Сейчас ему будет крышка. Да, получается, что Гектор совсем чуть-чуть у меня не дожил до победы. И это, конечно, очень-очень плохо. Все, отдыхай, свинюха. Три боя и три сундука сфейлили. Давненько я такого не помню. Надо брать тогда, получается, вообще слабеньких врагов. Так, что у нас тут? Смелее в бой! Да уж куда там смелее. Я сделаю это просто с удовольствием. Так, кого? Кого нам дадут? Хочу посмотреть, и это у нас будет... Не понял я. Ага, Даффи. И какой же у тебя... А, ранг повышаем ему. Последняя уцелевшая утка. Пассивный навык. Ага, вот так вот. Получает шанс уклониться, это будет на следующем. Что ж, довольно неплохо. Давайте-ка повысим маленько уровень. Ух ты! До двадцаточки докатим. А может быть... Давайте вот так вот. Подтверждаем. Гектор Фермер. Ну что же, я очень-очень этому рад. Ну, а следующего хотел я повысить, если не ошибаюсь. Это будет у меня... Так, где Бернард? Вот он. Давай-ка, родной мой. До какого дотянешь ты у меня левела? Ну, до 17-го ты просто обязан дотянуть. Ну-ну-ну-ну. Отлично. И еще немножко. Вот так вот. Применяем. Все, пес Бернард. Сила 989. Все, на этом у нас пробирки с опытом закончились. И остается лишь... Идти на арену и продолжать бои. Кстати, энергии у нас уже достаточно мало. Ну, на боёчек-то хватит по-любому. Погнали, давайте возьмем Гектора, Бернарда. Ну и нашу свинку. 4600 у нас силы, у врага 4200. Хорошо. Надеюсь, здесь мы не профукаем ничего. Так, поехали. На-ка, свинья, получи. Провокация, повышение уклонения. Так, гарантированный крит удар. Ты посмотри-ка, что они тут вытворяют. Вот жулики. Уклонение. Да ладно, ну-ка сейчас. Ё-моё. Давайте вот так вот сделаем. Иначе они нас сейчас просто забомбят здесь. Элмер, успокойся, он делает провокацию. Черт бы его побрал. Так, только не промахнись, бык. Да ладно, ну это уже издевательство. Ну как так, я же снизил все, и атаку, и... Блин, походу дела опять, ребята, невезуха какая-то. Я не знаю, как будто, знаешь, вот специально в игре в игре так делается, чтобы я проигрывал. Причем я здесь играю вполне серьезно, не халявничаю, не халтурю. Выкладываюсь на все 100%, и у меня не получается. Так,
Он мне быка отправляет, да? Свинья, ты выживешь? Выжила. Вы посмотрите, как он себя там обкастовал этими критическими выстрелами. Черт бы его побрал, а. Бернард, ты просто на волоске у меня находишься. И подхила нету. Ну, давай, интересно. Кот, ну кого бомбанет? Ладно, здесь нам повезло. Так, добиваем мы Сэма. А теперь только лишь уповаем на удачу, чтобы Сильвестра добить как можно быстрее. Ну, есть, ну надо же, а. Надо же. Получаем сундучок и три билетика. Ну что же, наконец-то наступило то время, когда мы идем крутить нашу рулеточку. И у нас, сколько у нас вообще накопилось? 36 билетов. Хо-хоу, довольно неплохо, я считаю. И будем мы, наверное, с вами... Слушайте, я даже не знаю. Хочется все, но, как вы знаете, ничего у нас из этого не получится. Так, ну что же, давайте, наверное, возьмем с вами лес. И будем крутить. И выпадает нам Даффи. Да, слишком долго нам еще копить на него. Опять он? Ладно. Опять Даффи, да что ж такое-то. Но, тем не менее, 23 очка мы уже набрали для него. Из 85. Так, кто? Опа, Багз Банни. Ну, слушайте, до Багз Банни уже не так далеко. Кто? Опять он. Ну что же, 41 из 45. Так, Фогорн. Кстати, до Фогорна тоже не так далеко. Все. Нет, не все. Как они хитро сделали. Бабуля-вождь. Ну, до бабули нам как до Китая. Опять Багз Банни, и на этот раз все, ребята. Мы набрали на повышение ранга у нашего кролика. Ух ты! Черт подери, одного очка не хватало, чтобы Сэма тоже можно было повысить в ранге. Мервин! Неужели 3 очка на пришельца нам дали? Из 100 причем. То есть с таким везением нам его открывать и открывать еще. Бойскаут. Довольно неплохо. Так, опять у нас Багз Банни выпадает. Ну, следующий ап, если не ошибаюсь, будет на 85. Опа-на, вот и Сэмчик у нас попал под апгрейд. Опять Багз Банни. Ну, они сейчас будут специально мне толкать фишки от кролика, потому что до следующего апа 85 очков надо, 85 фишек. Да, так и выходит. Почему бы не сбагривать, да? Билетики, просто впустую. Ладно, потерпим. Так, опять Багз Банни. Сейчас так и будут, Даффи, Багз Банни. Потому что самое большое количество надо будет на них. А это, честно говоря, жалко. Нет, я могу, конечно, перейти на другую рулетку. Но если уж мы стали добивать персонажей из леса, так давайте уж делать это до конца. Ну, Фогорна, ну неужели? Фогорна бы, конечно, бы мне хотелось бы прапать, если честно. Это наша, как говорится, стена. Так, и осталось у нас, ребятушки, 9 вращений. Фогорн, отлично. Против него я ничего не имею. Так, уже почти 30 очков. Опять Даффи. Сейчас вот Багз Банни. Сейчас вот больше, чем уверен, опять выпадет Даффи. Нет, Багз Банни. Ну ладно. 4 вращения, ребята. Багз Банни опять же. И Даффи. Ну вот она пошла, как говорится, по замкнутому кругу. Ага, нет, все-таки на Фогорна выпало маленько. Ладно. И последнее вращение у нас это Даффи. Ну что ж, ребята, вот как-то так мы с вами и потратили билетики. Мультяшка готова к активации. Конечно, активируем. Охотник Сэм.
Та-да-да-да-та-да! Вот он, наш. В таком прикидике. Так, ну что же, отлично. И кого-то... Ага, можем повысить в уровне. Но мы не будем этого делать. У нас еще кто-то есть. Так, это у нас Бакс Банни. Да, Бакс Банни можем повысить по рангу. И он у меня получит 3 звезды. И, естественно, мы будем это делать. Шикарно. Ну что же, вот как-то так, ребята, у нас все дело и произошло. Ну что, билетики у нас закончились. Энергии, кстати, тоже нету. Так же, как и самоцветов. Прапать мы больше никого не можем. Зато у нас есть вот что. И давайте-ка глянем, что это у нас будет за здание. Ага, ну что ж, давайте построим, конечно же. Раз у нас есть Сэм-охотник, должен быть и домик. Все, ежедневные цели забрали. И на этом, ребят, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорого.